Исследование одного из самых глубоких озер Европы, Голубого, в Кабардино-Балкарии, едва не закончилось новой трагедией. Британского дайвера Мартина Робсона с декомпрессионной болезнью доставили самолетом в Сочи. Погружение проходило по плану и заняло 9 часов, но при подъеме водолаз почувствовал себя плохо. Сейчас находится в барокамере республиканской больницы. Британец, опытный военный дайвер, должен был обследовать озеро на глубине более 200 метров. До сих пор о водоеме мало что известно, и, как полагают ученые, там может находиться система пещер. Большинство людей, когда приходят сюда, они встают вот на эту площадку, да, они смотрят и видят, ну, небольшая лужица, да, ну, лужица и лужица, значит, ну, озеро, ну, хорошо, ну, самое глубокое. О том, что там под водой, под этим зеркалом, под поверхностью воды целый мир, вот, никто не догадывается. Первое погружение в глубокое озеро закончилось трагедией. У оператора, россиянина, который сопровождал британца, на глубине отказало водолазное оборудование. Он потерял сознание и погиб под водой. После этого операцию приостановили, но потом решили возобновить.